Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал FreeSand Games, у нас Галактика Героев, Звездные Войны, естественно, и сегодня видео у нас о чем? Так, это понятно, это я все просрал, там я не заходил. Ой, не говори, что ты зависла, игра, Блюстак меня бесит, Блюстак завис немножко. Вот, сегодня мы о чем? Сегодня я хочу попробовать разобраться со своими модулями, со своим складом. У меня склад модулей очень большой, они не прокачаны, они не попыток нарастить их не было, ничего не было. Надо разобраться, и сегодня мы с тобой попробуем это сделать. Я не знаю, получится что-то из этого или нет, апнется что-то из этого хорошего или нет, насколько много у меня деталья, я вроде как фармил, но фармил не то чтобы сказать, что шибко много, но что-то в любом случае было, есть и будет. Опять же, я напомню о том, что у нас продвигается к легенде Палпатину потихоньку. Для тех, кто на стриме не был или стрим по какой-то причине пропустил, запись не посмотрел, то, во-первых, посмотри, мне будет приятно, почему бы и нет. И поехали, помчали. Так, магазин, естественно, сюда мы с тобой заскочим. Бро-монеты немножечко есть, хорошо, и заскакиваем сюда в поставки. Так, давай сразу мы забираем, это есть. Сегодня у меня был выходной день, поэтому я пропустил все на самом деле, хотя сегодня вроде как был танк, и можно было попробовать пнуть танка еще разок, но, к сожалению, так как выходной, я решил провафлить все до конца. Ну и провафлил, естественно. Так, послушница. Да, послушницу давай возьмем, пусть будет. Там у нас все равно по персонажам все куплено, надо поднимать некоторых. Золото, скорости нет. Вот здесь скорость есть, берем. Скорости нет. Понятно. Где же ты, скорость, моя скорость? О, тебя возьмем. И здесь мы брать не будем. Сюда еще 5 осколков Z, и будет все готово к Палпатину. Все, что будет выше, я буду уже вкладывать в персонажей тех или иных. Это. Нет. Мне надо другое детальем. Это покупать мне не надо. О, вот это, кстати, можно купить. Это я, наверное, и куплю. Отлично, и сюда давай, это мне тоже надо. Ой, вот это вот мне надо. Атакамы, очень много атакам мне надо. По Великой Арене, если тебе интересно, защиту я выставил. Завтра будет атака, и она будет не солянка, потому что пацан на первом месте, пацан играет, и у него склад весьма неплохой, то есть у него ГС, переговорщик, он идет на легенду Кайла, у него есть Древан, у него есть Среван. То есть здесь, скорее всего, будет жаркая битва, и вполне возможно, что мое поражение. Я, конечно, думать об этом не хочу, но я к этому готов, если что. Так, давай чутка поближе, а то у меня тут шумодав включен, жесткий такой, сильный, крепкий. Еще немножко осколков, неплохо. И погоди, а что у нас по бомбардировщику? 41 из 80, надо еще. А, я уже обновлял, я уже его фармил за сегодня, да? Хорошо, тогда давай шматье-мое. Вот эту гадость мы с тобой заберем. За флот. Раз, два, три. А, и еще. Чуть не забыл сказать. Алдеран, если что. В Алдеран требуются игроки. Хорошие, качественные, крепкие, сильные, активные, прикольные ребята требуются нам практически всегда. Поэтому, если у тебя хороший ГМ, это 2,5-3. Имеется в виду хороший ГМ, а не раздутый склад. То можешь писать в Телеграм или код союзника в комментарии. Будем поглядеть, посмотреть, какое-нибудь местечко, я думаю, мы найдем. Вот этих 28 маловато, давай еще немножко сделаем. Вообще нету. Нету деталя, не знаю, как у нас сегодня по модулям с тобой пойдет. Давай смотреть. Фильтр, квадрат, естественно. И начнем с тебя. Что у меня тут есть? Скорость 5, наращиваем. Здоровье. 2 раза здоровья. На продажу идешь. Ты, скорость 5. Стойкость. Атака. На продажу идешь. Ты. Ну все, видишь, уже не хватает.
Бляха, ну хоть по разику. Все плохо. Никто не хочет, да? Никто не хочет. Давай здесь. Стойкость. Опять стойкость. Но золото-то, в принципе, можно по максимуму апать, потому что его можно на пилотов использовать или еще где-нибудь. Эффективность есть. Давай. Ага, оборона, понятно. Ай, понятно. А че я, кстати, не доапал тогда максимума? Так. Блин, ну это хреново. Толком ничего не апается. Мне с модулями на самом деле дико не везет. Вот прям жестко вообще с модулями не везет. По апу. Давай скорость. Хрен там. Понятно. Я тебя понимаю. Поступил бы так же. О, плюс 6. Смотри, сюда мы вешаем замок. Продолжим его дальше допихивать. Здесь у нас скорость атака. Погоди, я могу один раз апнуть синий модуль. Но не этот. Если уж апать, то тогда не этот. Не-не-не-не-не. Нет. Так, здесь есть скорость? Есть. Да. А, здесь скорости вообще нету. Ну, здесь здоровье. Здоровье процентное. Защита, оборона и основная оборона. Давай возьмем оборону. Да, хреново. Можно было не апать, но опять же денег у меня в принципе хватает. Окей, поехали в треугольнички. Посмотрим, что у нас здесь происходит. Так, ты зеленый. Здесь у нас уже две скорости, но я не могу тебя апнуть, к сожалению. О, три скорости. Давай 4. Собака. А если еще разок скорость? 18. 18, это если я еще раз наращу, то это будет 19. Слушай, ну в принципе можно. Ну этот в принципе можно. И давай я на него замок поставлю, просто чтобы я его видел. Здесь больше ничего. Здесь скорости нету. Защита, здоровье, оборона, защита. Процентное здоровье, процентная оборона, процентная защита, кэша и плюс. Короче, здесь много чего процентного, но все не то. Здесь скорость есть. Плюс 6, хорош. Плюс 5, хорош. Плюс 5, хорош. Плюс 5, хорош! Идешь ты нахер! Идешь ты нахер! Да ладно! Есть! Вот это я даю жару! Вот это ты приехали! Здравствуйте! У-у-у-у! Вот это да! Я ебу! Бляха от сандалика, 26 скорости. 26 скорости, и это все еще в атаку. Бля. А на кого бы мне его воткнуть? У меня в атаку ашка одет. Здесь 18 скорости. Крит урон, 26 скорость. А, ну все, и все на этом, да? Блин. Неплохо. Здесь 19. Можно было бы сюда модуль атаки воткнуть. А сюда куда-нибудь модуль скорости. А никуда не воткнуть модуль скорости. Здесь потому что тоже 25 скорости. Но у меня модуля скорости нету на 25. Так, ладно, погоди. Ты не суетись. Не суетись, малёха. Поехали дальше. Это что были? Это были треугольники. Я подумаю, на кого его поставить. Так, поехали по чуть-чуть здесь. Все. Блин, вот это классно. Мне... У меня нет ни одного. Это самый сильный модуль. Только единственное, что обидно, что он не на скорость. Вот был бы этот модуль еще на скорость, вот тогда бы я, конечно, прифигел. Прямо жестко, сильно, крепко.
Ну, вот этот, кстати, апнулся. Давай мы на него замок сразу. Понятно. Идешь дальше. Угу. Охренеть. 4. Но в любом случае это плюс. Плюс пятюня. Есть. Так. Синие я апать не могу, но могу замочек повесить, если где-то будет скорость 3 раза вкачана. Но, видимо, нигде нету. По 2 раза. Угу. Здесь тоже 2. Здесь 3. Я, кстати, могу нарастить. 13 скорости переводить дальше. Ну, пока что я не вижу смысла. Возможно, когда-нибудь, может быть, не в этой жизни и не на моем аккаунте. Ладно, здесь у нас что происходит? Так, еще один. Мимо. Все, видимо, один модуль вот один раз выстрелил, и все. Вот еще, кстати, скорость плюс 5. Хорош. Угу. Нет. У меня все надежда внутри, что сейчас где-то что-то сыграет. Эх, не скорость. Ну что ж не скорость? Ну почему ж ты не скорость-то, а? Ну ладно. Где, кстати, ничего нет. Давай скорость. Да ладно. И все, да? И все, да, понятно. Понятно, пошел ты нахер. Ну или в данном случае пошел я нахер. Ну немножко все-таки было. Хотя опять же, 12. Ну, нет. Ага. А что, все модули закончились, что ли? Да ладно. Стрелки, стрелки, стрелки. Надо здесь убрать, кстати, то, что у меня не на скорость. Но у меня, наверное, таких нету. Основная... А, погоди, а как я отфильтрую-то? Да нет, скорее всего, все скорость будет. Угу. Угу. А вот на здоровье, кстати, есть. Откуда она взялась? Точность. Все остальное скорость идет. Есть. Так. Блин, а куда же мне этот модуль-то козырный теперь запихивать? Он же реально дает много скорости. А что если так попробовать сделать? 307 скорость на пыбасе. Хорошо. На древо она не подходит, но хотя бы на пыбасе поставили. Так, давай мы вообще в принципе прошвырнемся по модулям, хотя бы по аренной пачке. Поглядим. Меня интересует квадрат с допом скорость. Все. У нас здесь стоит 17. Ну, больше ни у кого нету точно, потому что если бы было бы, то... Погоди, стой. А, сет скорости. Мне нужен сет скорости. Не, нету. Нету. Тогда давай смотреть ромбик. Ромб на тех же условиях. 18, 13, понятно. 15. Почему он не на первом месте? 18, 18. Атака процентная, шанс обору. Ага, понятно.
Так, ну там дальше не имеет смысла искать, погоди. Семнадцать здесь тоже идет. Угу. 14. Ну, здесь вряд ли у кого-то будет больше. А, я сортировку не включил. Вот почему. Я не включил сортировку. Так, окей. Так, еще раз тогда ромбик давай перепроверим по бырику. Угу. Так, понеслась круг. 19-22. Так, крест. А крест у нас, кстати, на F-ку идет, да? Ну, здесь у нас крест на 25. Здесь вряд ли что-то кого-то будет выше скорость. Не будет точно. Так, треугольник. 19. Ближайшие 18. Ближайшие 18, но скорость между... Ой, атака, между прочим, 8,5. Хотя, наверное, здесь лучше был бы крит урон. Шанс на критический. Критический урон, вот он. Но здесь 15 скорость. Вот если бы его бапнуть разок. Понятно, понятно, понятно. Почему у меня здесь стрелка на F-ку стоит? Вот такая. 32-то, конечно. А, нет, все, все, отпали вопросы. Погоди, а если я сюда заскочу, неважно какой сет, но основная характеристика, любая основная дополнительная характеристика будет скорость и отсортировать. У нас получается... квадрат 17 скорость. На Малаке есть 2 царик. Ну там стойкость, оборона, защита. Здесь здоровье, атака 19. Да это вообще не назначен. Но он больше оборонный, чем атакующий. Все, все остальное уже меньше пошло. Кстати, могу нарастить. Но не имеет... Вот этот вот, кстати, можно попробовать нарастить. Но нет. Почему, кстати, вот это могу нарастить? Самое интересное. А вот это я нарастить не могу. А, потому что он на R2-D2 стоит. Вот почему я не могу его нарастить. Угу. Ну, допустим, если я его попробую нарастить, и скорость апнется, что я потеряю? Приобрету скорость, если получится. Приобрету шанс на критический. Да, в принципе, я ничего не потеряю. Давай мы... Знаешь, что сделаем? Мы сейчас его попробуем назначить для начала. И попробуем апнуть. А, я ж его еще не установил. Ёжик в тумане. А, это же золото, так он у меня апнется только на единичку. На единичку, и того у меня будет, получается, 16 скорости. Да не, не имеет смысла. Не имеет никакого смысла. Так, то есть по квадрату у нас все тухло, да? Угу. Давай по ромбику смотреть. 18. 22. Но опять же, сет не тот. Понимаешь? Вот этот модуль для меня остается незаменимый, потому что он 25 скорости дает. Это очень много. У меня и близко ничего нету похожего. Двадцарик. Вот двадцарик у меня есть, и все. Я не могу его выкинуть. Соответственно, ни один из этих я не могу поменять. Кстати, я могу поставить стрелку ведь на скорость.
Точно, я ведь могу поставить стрелку на скорость. И тогда... И тогда... Я смогу один из этих скоростных модулей заменить не на скоростной. Так, подожди, стой. Скорость 32, это естественно. В допах хотелось бы увидеть у нас что? Атаку в процентах. Здесь у нас есть, но ее мало. Всего 2,18. Так, Траун. Атака 46. Сион. Вообще без атаки, вообще без атаки. Бася. Не то. Не то. Альфа, ну здесь стойкость. Атака 1.42. Угу. Здесь смотри, по разу атака. Атака процентная, защита процентная, шанс на крит. А, ну все, на этом получается у нас все хорошее закончилось, да? Все хорошее закончилось. Ну, по идее, можно попробовать снять. Давай мы смола снимем. Нарастим его. Вот так вот. Есть. Так, тогда мы можем, получается, здесь, смотри, здесь у нас 17, 18, 22, 19. То есть у нас, получается, квадрат самый слабенький. По идее, квадрат мы можем заменить на любой другой. Как вариант, можем снять здоровье с Малака, но это очень не хочется, конечно же. Либо Ашка раздеть. Но помимо скорости, понимаешь, я ничего не приобрету. Атаки нет. Была бы там еще атака процентная, было бы неплохо. Так, а кто у нас там следующий? Блин, ну здесь атака так-то апнута три раза. 22 скорости. Тоже ни у кого, наверное, не будет выше. 19. 20. Атаки дает 8,5 вместо 24% защиты. Ой, ну это я с Малака снимать точно не буду. Критический урон вот здесь на мародере есть. 42%. Мне надо, наверное, критический урон искать. С Пыбаси вот этот забрать модуль, который сегодня настакался. А сколько мне это даст по скорости вообще преимущество? Плюс 7. Итого это у меня сколько получится? 331. Блин, ну 331 уже играбельно. На самом-то деле 331 это весьма неплохо. Может, все-таки кинуть по Басю? Да, давай, наверное, попробуем одеть сюда. Таким образом. Но надо будет на Басю тогда вернуть... Вот этот оденем. Пусть ей защита будет. Не понял. А, так это один и тот же модуль. Все, я догнал. Здесь 20 скорости. Ну и атаки дает. Может тогда хп поставить? Сет. А, вот здесь, кстати, смотри, скорость мы не теряем. Приобретаем критический урон вместо защиты.
Мародера. Мародера мы можем раздеть. В принципе, это не страшно. Либо поставить ХП. Здесь мы получаем 8,5% атаки и получаем плюс 1 скорость. Давай мы пока сделаем так. Здесь 22%. Ой, 22%, 22 скорости. Ну, ни у кого и близко такого нету, да, показателя? Допустим, возвращаем. 301 скорость. А что у меня по соперникам на арене? У них же там скорости вообще пипец. У них жесткие реально скорости. Вот чем мне плохо сейчас играть за Древана, это тем, что у меня нет скоростных модулей. Но если я буду делать вот такие заходы почаще на модули, то возможно что-то и будет. Давай посмотрим места. Легенды, 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 понятно. О, легенда Палыч, здравствуйте. А люка пока еще нету, да, на моей арене? Нету. Кстати, заметьте, Древан... А, нет, вот один Древан есть. Но у него, наверное, скорости немереное количество. 326? А что так мало? Пыбася скоростная? Ох, нихера себе. 326, да. Попробую разгони еще пыбасю до 326. Это не так легко сделать, между прочим. Где еще древаны? Вот есть древан. Челябинск, здравствуйте. 332. У меня 331. Бася. 310. Бляха, у меня 301, конечно. Да. Челябинец. Камина Даркс... А, камина, да. Это же наши. 4 ПДА, приветствую. Так, 44 место было. И кто там у нас еще есть? Еще один легенда Палыч, здравствуйте. Получается, никого нет, да? Я по арене немного опустился. Скорость 206. Пыбася. Ну, значит, пыбася скоростная. 192, серьезно? Как-то у него странно даже. Прям все плохо. Здесь его и приталк не спасет. Блин, неохота Древана высвобождать от страха. Ой, меточка. Пропала меточка, нет меточки. Была метка и нет метки. Угу. Блин, она тебе есть? Нету. Не добили. Не страшно. На тебе, 154 тысячи. Вот как обычно, на арене ты, собака, можешь нормально лупануть. Как только дело доходит до танка, ты сразу же куда-то сливаешься. Подлец. Окей. Так. Блин, так 30, 331 у нас сейчас на древане. Это неплохо. Не, я знаю ребят, у которых больше. В частности, Вован. У Вована, по-моему, больше, насколько я помню. Но это мне позволит интереснее отыгрываться по арене. Даже в топ-100, возможно, получится держаться, потому что ты, как видишь, меня выкидывает вообще за нефиг делать. У меня уже легенды пошли. У меня, кстати, есть подозрение, что, по-моему, произошло объединение арен у меня. Могу ошибаться. Но вот почему-то у меня предчувствие такое наитие. Мне еще надо две битвы на флоте провести. Слабенькие. Просто для подвига. По модулям, знаешь как? Если тебе интересно на самом деле такие вот модульные серии, именно по модулям, хотя сегодня каша небольшая получилась, то я могу сделать следующее. Я буду за кадром фармить материалы, фармить модули. Мы будем с тобой собираться раз в неопределенное время, потому что я не знаю, как быстро, как долго я буду все это делать. Когда у нас будет окно, опять же, между ВА, между еще чем-нибудь, то мы будем с тобой собираться и заниматься вот такой прокачкой модулей. То есть вместе переживать, вместе охуевать, вместе радоваться, вместе плакать.
Я думаю, по идее, это интересно. Я вообще не ожидал, что сегодня один модуль вот так неплохо апнется. Я думал, что все пойдет просто-напросто мимо. Но нет, один вот взял и сказал: слушай, ну, давай, вот тебе немножко радости. Почувствуй, что СВГО еще не окончательно тебя кинул. Я думаю, ну ладно, хрен с тобой. Значит, можно еще немножко поиграть. Ну, это, естественно, все шутки-шутеечки. А то сейчас подумают, пойдут опять слухи. Все, Фрисон сдох, он же не собирается играть в ЗВ, охуел, зажрался. Нет, прикинь, еще собираюсь. Еще есть у меня в планах немножко поиграть. А, погоди, а я за сегодня подвиг же не смогу закрыть. Там у меня осталась одна попытка на флоте, а мне надо две победы, да. А знаешь, из-за кого это все ход виноват? Он на стриме сказал: давай иди на арену флота и затащи без подкрепа. Ну, сходил, затащил, блин. Вот сейчас не хватает. Печально, но что поделать? Не страшно. Ладно, тогда на этом будем, собственно говоря, заканчивать. Вот такая вот серия получилась. Если интересно, то обязательно подписывайся. Жду тебя, как всегда, в комментариях. Большое спасибо, что посмотрел. Ставь лайки большое. Все уже. Да пребудет с нами сила, естественно.